который умеет говорить без мата. И я свидетельствую, когда мы едем, он никогда не ругается. Но он доносит так емко ту информацию, которую нам не достает. Женя, крепкое слово. Пришел поддержать друга своего, потому что он ясен. То есть он со мной ездил на Донбасс, ему понравилось, будем ездить дальше. Сегодня был на соревнованиях, приехал с Нижнего Новгорода, ну чуть-чуть опоздал, дорога была тяжелая. Ну а матом ругаюсь, потому что живу в этом, как говорится, на кухне, как мы дома говорим, так и я говорю со всеми. Люди понимают, фронт меня знает, там всем интересно. Кто говорит, что это все, они врут. Ну, буду помогать Евгению возить его в те места, куда проехать невозможно. Мы будем снимать другие фильмы, которые показывают по телевизору. И очень много вранья в телевизоре. За правду меня не любят. Ну, я буду ее делать дальше. И материться буду тоже дальше.